понедельник в Самарской области. Ожидается ясная погода без осадков. Температура днем 0-3, ночью 6-8 градусов с минусом. Ветер будет дуть южный, юго-западный со скоростью 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясно и без осадков. Днем 0 градусов, ночью 7 ниже 0. Ветер южного направления 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем нулевая температура, ночью 8 градусов ниже 0. Ветер южный 3 метра в секунду. В Самаре ясно, днем 1 градус ниже 0, ночью минус 8. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.